Здравствуйте, друзья. Сейчас мы с вами поговорим о таком проекте, как NeoGame. Что это за проект, что он себе представляет? Давайте его разберем. Вот как написано на первом, на самой верхней странице сайта, это бесперебыльная лотерея на блокчейне, внешняя правила игры. Без владельца, без комиссии, без человеческого фактора. Понятный механизм роста токенов White Paper. Давайте пойдем по сайту и подробнее с вами по ходу же разберем данный проект. Цель проекта — это стимулирование перехода игрового контента на бесприбыльную модель. То есть данный проект запускает процесс полной уверенности, что со временем индустрия азартных игр повсеместно перейдет на некоммерческую модель. С изобретением блокчейна люди могут играть в нее с собой, минуя посредников и организаторов. Это делает бессмысленным для игроков дальнейшее участие в играх, которые служат интересам третьих лиц. Полностью автономная, масштабируемый джекпот и без комиссии. Отказ от прав собственности, то есть проектная команда отказывается от прав собственности на NeoGame после запуска проекта, а лотерея будет принадлежать общественности, игрокам, лотереи и владельцам токенов. При этом никто не будет иметь прав собственности на NeoGame, никто не может повлиять на работу за счет технологии блокчейн, сеть эфира, смарт-контракта. Сеть эфира, контракт токена. Как вы понимаете, то есть токен ERC-20 будет от эфириума. Смарт-контракт дает возможность проекту работать в полном соответствии с алгоритмом, полностью исключая вмешательство третьих лиц с целью блокирования работы лотереи или влияния на розыгрыш. То есть обеспечить полную прозрачность. Пишет такая, этическая миссия. То есть зависимость от азартных игр является острой социальной проблемой по всему миру. Этот проект призван бороться с безответственностью в игорном бизнесе. Если азартные игры по всему миру перейдут на некоммерческую модель, а последовательно независимых игроков больше не будет иметь смысла. Это наш вклад, то, что сделает мир намного лучше и счастливее. Обратный отчет до начала продаж. White paper. За счет чего будут обеспечить рост токенов, это ограниченные предложения, обратный выкуп токенов, предсказуемые колебания, сроки реализации, то есть это дорожная карта. Вот можно все подробно, я подробнее буду, сам сейчас в принципе все написано, расписано, чтобы не затягивать обзор. Вот. Отметить, что, кстати, сайт достаточно хорошо переведен на русский язык. Конкуренция с текущим неделем, NeoGame, Powerball. В общем, проект конкуренты и данный проект, его преимущество по сравнению с аналогичными проектами конкурентами. Бонусы и скидки. Так. Не вот предпродаж, не делают бонусы, скидка, время токена. Наша цель — создание быстро растущего централизованного проекта, который дает равные возможности участникам, всем участникам. В общем, чтобы вот не затягивать, что можно сказать о проекте? Ну, проект однозначно интересный, перспективный. Вот на него стоит обратить внимание. Все ссылки на проект будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.